То, что ты привел человека, который мне гранату подложил, это твои люди, Валера! И за такую подготовку я с тебя так спрошу, мало не покажется. Это вас всех касается! Редкий человек в далеком 2002 году не знал фразу «Мы с первого класса вместе». И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. Сериал «Бригада», несмотря на откровенно криминальную направленность, стал культовым и показал зрителям, что крутое отечественное кино еще существует. Но сегодня хотелось поговорить не про это. К большому сожалению, хотелось вам сообщить, что умер народный артист России Николай Еременко-младший в Боткинской больнице Москвы от инсульта. Николай Николаевич Еременко-младший родился 14 февраля 1949 года в Витебске, Белорусской ССР, в семье актеров Николая Еременко и Галины Орловы. В 1971 году окончил в ГИК, где учился в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой и был принят в труппу театра-студии киноактера. С 1976 года актер киностудии имени Горького. В кино дебютировал ролью Алеши в двухсерийной социальной драме своего учителя «У озера». Позднее Герасимов снял своего любимого актера еще в 5 фильмах «Любить человека», «Красное и черное», «В начале славных дел», «Юность Петра» и «Лев Толстой». Популярность Еременко-младшему принесли образы, созданные им в таких картинах и сериалах, как сериал «Бригада», где он сыграл отца космоса, «Горячий снег», «Исполнение желаний», «Хождение по мукам», «Трактир на Пятницкой». Всего на счету актера около 50 ролей в кино и на телевидении. В середине 90-х он также дебютировал в качестве режиссера фильмом «Сын за отца», где, собственно, снялся вместе со своим отцом.